Когда видишь эти глаза влюбленные, потому что это действительно глаза, в которых столько любви, как бы вот она, когда смотрит на меня, у нее они, во-первых, очень умные, а во-вторых, в них очень много любви. И вот когда ты уже вот это вот видишь, вот это чувство, которое передать, ну, невозможно. Вот именно что это твой ребенок. Потому что, конечно, думаю, конечно, ты ее сразу любишь, но вот какие-то вот эти полноценные чувства, они приходят вот с каждым месяцем по мере вот взросления ребенка. Я уже там не знаю, конечно, когда она вырастет, там, наверное, вообще будет какое-то. Ну, сначала чувства непонятные, нет такого, что ты просто есть какое-то, мне кажется, больше чувство инстинкта, что вот там, где маленький ребенок, кормить, и все, что ты за него в такой вот бешеной ответственности какой-то. Гайд как-то.
Ну, могу сказать, что люди, которые не рожают детей, не имеют детей, они никогда не узнают, что такое настоящая любовь. Потому что любовь к мужчине, там, к женщине, к родителям, это все совсем другое. Вот эта любовь, она просто какая-то непередаваемое чувство. И она очень сильная, действительно. Конечно, растет вообще просто. Каждый день все что-то новенькое. Каждый день какое-то новенькое движение, какой-то новенький какой-то взгляд, новая улыбка, новые какие-то... Очень интересный, конечно, вот этот вот период до года. Не знаю, как там после. Наверное, там еще интереснее будет. Пока я могу сказать, что произошло до года. Ну, сначала она... Очень смешно, я не знаю, так дети вообще у кого-нибудь ползают. Ну, наверное, ползают, я просто с этим не знаком. Она ползала, значит, на спину ложится, и вот так, как гусеница, назад, головой вперед фигачила, как это. Причем так быстро, это она где-то, во сколько это, наверное, в 4 где-то месяца, наверное, она вот так вот уже ползала. Может быть, даже в 3, не знаю, могу, конечно, ошибаться, уже тут так все намешано. Ну, ползала она так очень быстро. Потом все, сначала она начала по-пластунски ползать. Все это каждый раз, когда что-то новенькое появлялось, все это классно. Потом на четвереньках все, и на всем, конечно, она так очень быстро. А потом, как пошла, это вообще прикол. Мы в Крыму отдыхали, ездили, в Новом Свете мы были. Я, значит, выхожу из душа такой, и она идет мне навстречу. Я как будто ни в чем не бывал, такой ее начинаю обходить. Мне такая Машка, день, ты че, говорит, не видишь? Вот она уже, и она у нас прям в первый же день прям целую комнату проходила. Еще заворачивала в соседнюю комнату. Не знаю, кем будет, но хотелось бы, чтобы она выросла очень добрым и человеком, который знает, что такое любовь. Любовь к близким, любовь к родным. Бери.
Почему Машей? Не знаю. И мне это нравится. Мне же, да, Маша? Его можно склонять как угодно. Маша, Машуня, Масяня, Манчела. Ой, как только нельзя. Ну, классное имя. Че, нет что ли?